А тем временем в Бийске стартовал второй этап зачисления в первый класс. Сейчас в учебных заведениях принимают заявления от тех родителей, дети которых будут учиться не по месту жительства. Документы начали принимать с понедельника. Второй этап продлится до момента укомплектования классов в конкретных школах. В городском управлении образования нам пояснили, что свободные места есть, но не во всех школах. Подать заявление можно онлайн через региональный образовательный портал, либо через сайт государственных услуг.